В 2014 году Вологодская область одна из самых первых подписала соглашение с Минкомсвязью о реализации на территории области проекта устранения цифрового неравенства. Вы знаете, что на территории области 157 сельских поселений будет обеспечено доступом Wi-Fi. И, соответственно, интернет придут в сельские поселения, которые от 250 до 500 человек. Чтобы начать эту программу, эту реализацию, в этом году мы провели большой интернет-конкурс, большое массовое мероприятие под названием, как мы его назвали, «Сельский Wi-Fi». И в нем приняло участие более 950 человек. Сегодня на совете по информатизации мы вручим победителям, это администрация поселения Коварзина Ферапонтовского сельского поселения Кирилловского района, приз победителю этого конкурса. И мы надеемся, что сегодня мы действительно уже сделаем первый шаг на пути устранения цифрового неравенства. Ну и дополнительно мы сегодня подведем итоги реализации в предыдущие годы проектов в сфере IT-технологий, реализации внедрения информационных систем в органах власти, посмотрим на их эффективность и сделаем выводы по внедрению средств. Вы знаете, что бюджет области достаточно трудно формируется, и мы обязаны экономить каждую копейку. И поэтому для нас важно, как были внедрены средства, как используются эти информационные системы и что еще необходимо сделать для повышения эффективности их работы.